Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Tesla S. Вот в таком состоянии была куплена машина, она вся разобрана, почему — вопрос. Владелец купил все запчасти переда и установил их. И эта машина теперь у меня. Зазоры хреновенькие. Бампер стоит плохо, верхняя часть лонжерон повреждена. Начинаю ремонт. Итак, машина разобрана. И первым делом я удалю вот эту часть и затем ее заменю. Имею новую. После измерения выяснилось, что лонжероны согнуты немного вправо. Сначала я отравняю верха все, а затем вытяну лонжероны. С вытяжкой я закончил, теперь креплю полку крыла. Крепить буду на клей кузовной и заклепки. Выставил эту деталь по размерам и перед нанесением клея прикручу ее саморезами. Делаю это для того, чтобы потом не ловить размеры. Покрасил замененную детальку, и в этом месте я закончил. У
Устанавливаю все детали переда. Правое переднее крыло немного сломано, завариваю его. Вот и все. На этом моя работа закончена. На эту работу ушло 20 часов. Ну а теперь для тех, кто досмотрел это видео, небольшой бонус. Знакомый пригнал немного подсаманить ржавчину на своей рабочей машине. Ремонт бюджетный. Volkswagen Caddy. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!